Хай-хай, с вами Вангай. Хай-хай, уже 3 года вместе. И на канале нашем вышло видео больше, чем 200. Огромная семья, 7 миллионов я. Ты с нами, если смотришь, ведь мы гайси все друзья. И если цифра уже больше, чем я сказал, не удивляйся, ты видел наш потенциал. Серебряную кнопку мы не видели, а где она? Мы золотую получили, нам еще одна. Пытались летать, на компе рисовать, клипы снимать, тролли рвать, рэпером быть, хату сменить, айфоны ломать, рвоты вливать, комменты читать, масло бухать, президента спасать. Полный бред. Блядятина, ей-богу. Что это дает людям вообще? Детям, людям? Боже мой, глаза будут болеть. Все-таки хоть не матом не ругаются. Придурки. Поднимают такие придурки настроение. У нас молодежь уже не удивляет ничем. Потому что хуже, чем мы делали, да, в свое время. Не делается это. Что это за тупость? Зачем она нужна? Волосы нет, но старается. Бред такой. Дурацкий фильм. Мышь. И в честь этого... И все испортил. Постоянно просто кайфай. Слышь, пацан, или может не пацан. Спасибо, не ленился, подписался на канал, что лайки ставил. Ставил пальцы, которые направлены вверх. Просмотров миллиарды, лайков миллионы. Взлетов было много, но падение делали масоны. Однажды было загрузил, везде был только мрак. Сказали, гайся, Вань, бошку побрить, штаны намочить, треки писать, в аниме побывать, с ботом болтать, жизнь рисовать, тест проходить, кошку убить, влоги снимать, на Марс полетать, шокер надеть, в снег залететь, колу варить, робота бить, челюсть снимать, Японию слетать, быть как Дэдпул и хакером кул, на тусе тусить, в гугле гуглить, на улице спать, когда ютуб исчез. Привет, как дела? Это все период. Караоке петь, пуканы поджечь, в рулетке троллить, лицо искривить, себя угадать, со сноуборда упасть. Дико играть, дико играть, дико играть. Каждый день я просто кайфай. Постоянно просто кайфай. Каждый день я просто кайфай. Постоянно просто кайфай. Каждый день я просто кайфай. Можете сказать по поводу увиденного? Я не восприняла никак. То есть смысла нет. Абсолютно меня лично не впечатлило. Вам понравилось? Да, мне понравилось. То есть позитивный молодой человек. Просто развлекается молодежь. От нечего делать. Сколько людей смотрят его видео? Вот это? Если его возраста, вот сколько лет? 12 ему? 14? Ему 18. Да вы что? Я думала меньше, вот видите. Вот их два там, сколько вы сказали, миллионов. Вот они и смотрят эту чепухню. Он играет в игры, и другие люди смотрят, как он играет в игры. Как вы вообще относитесь к этому явлению? Вы бы подписались на канал Ивангая? Нет. Нет. Ну, если только для поднятия настроения, да, пожалуй. Нет, никогда в жизни. Вряд ли. Ну, подписалась бы так, иногда. Дайте ему пару советов по улучшению своих видео. Вот что, может быть, добавить или что убрать? Вот это кривляние, наверное, убрать. Можно было как-то понять хоть чуть-чуть, что он хочет этим сказать. Я лично не поняла. Я надеюсь, вам понравился ролик. И если это так, то почему бы не подписаться на канал, не поставить ему лайк. А с вами был Вангай. Всем бай-бай. Потому что это вредно, чтобы вам там не сказали. Батю с сыном не жалели, издевались как могли. Весело смотреть на ноги, что касается земли. Образованный, красивый, милый бог Кристина. Я купил японское масло. Оказалось, это уксус, это не масло.